Здравствуйте, четвероклассники! С вами Ольга Николаевна. Скоро каникулы, и многие из вас будут посещать разные мероприятия. А потом вы напишете об этом в небольших сочинениях. Я предлагаю вам проверить свои знания в написании некоторых словарных слов, которые вы сможете использовать в своих работах. Театр, цирк, концерт, спектакль, мюзикл, опера, балет. Надеюсь, вам пригодятся эти знания. Итак, театр. Это помещение для представления драматических произведений на сцене. В этом слове два слога «театр», второй ударный. Запомню написание буквы «Е» без ударного непроверяемого гласного звука в первом слоге. Пишу «те-а-т-р». Следующее слово «цирк». Это вид искусства, объединяющий выступления разных артистов, жонглеров, акробатов, дрессировщиков, фокусников на арене. В этом слове один слог. Запомню написание буквы «И» после «Ц». Пишу «Ц-И-Р-К». Следующее слово – концерт. Это публичное исполнение музыкальных или других произведений. В этом слове два слога – концерт, второй ударный. Запомню написание буквы «О» без ударного непроверяемого гласного звука в первом слоге. Пишу «КОН-Ц-Р-Т». Следующее слово – спектакль. Это театральное представление на сцене для зрителей. В этом слове два слога. Спектакль, второй ударный. Запомню написание буквы «Е» без ударного непроверяемого гласного звука в первом слоге. Пишу «спе-к-та-к-ль». Мюзикл. Это музыкальное произведение или фильм, сочетающий в себе диалоги, песни и танцы. В этом слове два слога. Мюзикл – первый ударный. Запомню написание буквы «И» без ударного непроверяемого гласного звука во втором слоге. Пишу «мю-зи-к-л». Опера – представление музыкально-драматического произведения, в котором действующие лица поют в сопровождении оркестра на сцене. В этом слове три слога. Опера – первый ударный. Запомню написание буквы «Е» без ударного непроверяемого гласного звука во втором слоге. Пишу «О-пе-ра». И еще одно слово – балет. Балет – это представление театрального танца на сцене. В этом слове два слога – балет, второй ударный. Запомню написание буквы «А» без ударного непроверяемого гласного звука в первом слоге. Пишу «ба-лет». Надеюсь, теперь вы не допустите ошибок при написании этих словарных слов. Желаю успехов на уроках русского языка. Буду рада новой встрече с вами на своем канале.